Это наш город. Он просыпается с первыми лучами солнца и наполняет нас жизненной силой. Он задает темп каждого дня и помогает каждому из нас идти к цели и добиваться успеха. Это наш дом. Как любой отчий кров, он не идеален, зато родной и любимый. Пора было стряхнуть пыль, починить трубы и проветрить комнаты. Пора сделать наш Улан-Удэ просторным, чистым, светлым и уютным домом. И в этом доме должно быть место для каждого. Любой дом, любое строительство начинается с размещения согласно генплану. 2 года назад мы начали работу по внесению изменений в генеральный план, а в прошлом году приступили к внесению изменений в правила землепользования и застройки города. Эти изменения позволят нам вести новую застройку грамотно, избежать ошибок и превратить наш город в современную столицу. Разработка и реализация всех этих новых градостроительных решений, над которыми работает сейчас администрация города и кабинет по архитектуре, поможет, безусловно, созданию общей, комфортной, красивой, интересной и удобной для проживания среды. Качественные дороги – залог безопасности и развития города. В 2019 году мы направили на ремонт дорог более 420 миллионов рублей, привели в порядок асфальтовое покрытие, сделали безопасными остановки общественного транспорта и отремонтировали часть тротуаров на основных магистралях Октябрьского, Советского, Железнодорожного района. Дороги стали намного лучше, и качественнее. Эту дорогу сделали в прошлом году, запустили отличные развязки, удобные съезды, широкая стала, очень удобно стало. Надеюсь, что в этом году сделают еще больше дорог. Мы продолжим расширять улицы города. А общественный транспорт большой вместимости должен немного разгрузить их от пробок. На помощь автомобилистам придет третий мост через Уду. В этом году мы выиграли аукцион по ремонту автомобильной дороги по улице Шаляпина. Будем делать качественно, на совесть, установленные сроки. Надежный дом – это крепкие стены. Наши строители успешно реализуют проекты комплексного освоения территорий. Башенные краны снова высятся на юго-западе и юго-востоке Октябрьского района, в центре Железнодорожного и Советского районов. За прошлый год в столице Бурятии введено 115 тысяч квадратных метров жилья. Уютный дом – это теплый дом. В прошлом году мы впервые провели масштабный ремонт тепловых сетей. Такого Улан-Удэ не видел много лет. Беспрецедентная сумма 1 миллиард 200 миллионов рублей позволила реконструировать магистральные трубопроводы и тепловые сети, провести капитальный ремонт многоквартирных домов. Мы отремонтировали котлы и привели в порядок другое оборудование котельных и насосных станций. И проходим зиму спокойно. А в частном секторе отдаленных микрорайонов появилось централизованное водоснабжение и стабильные 220 вольт в розетке. После проведения нового водовода качество воды значительно улучшилось. На тенах не образовывается накипь, и бойлеры у нас не ломаются. Красивый дом – это ухоженный дом. С помощью приоритетного проекта формирования современной городской среды в Улан-Удэ благоустроили еще 37 дворов. Новыми красками заиграл сквер «Кристалл» и площадь «Славы». Мы гордимся, что наши люди не стояли в сторонке. Горожане вместе с нами выходили на уборку дворов и сажали деревья. Мы живем возле парка уже больше 20 лет. Мы, конечно, видим, что он меняется к лучшему. Вот в прошлом году у нас появилось очень много новых саженцев, кустарники, деревья. Вот смотрите, сосны высадили прям сразу большие, и они очень хорошо прижились. Это очень здорово. Мы обязательно продолжим план на 2020-й благоустроить еще 53 двора и привести в порядок сквер ровесникам, ушедшим в бой. Улицы Улан-Удэ уже стали зеленее, ведь у столицы Бурятии теперь есть муниципальная программа «Зеленый город». Каждое деревце должно прижиться, каждая клумба
должна быть засеяна цветами, а каждый парк стать еще уютнее. 25 тысяч саженцев мы с вами вместе посадили в прошлом году. В этом году продолжим озеленять город, чтобы дышать полной грудью. Когда на город опускается ночь, он дружелюбно подмигивает нам разноцветными огнями. Мы обновили подсветку на улицах нашей столицы и не пожалели лампочек для архитектурного ансамбля проспекта Победы. Теперь подсветка горит не только по праздникам. Настроение горожанам и гостям столицы она создает в конце каждой рабочей недели. В отдаленных микрорайонах тоже стало светлее. Мы протянули 64 километра новых сетей и зажгли 2000 новых лампочек. Улан-Удэ становится по-домашнему уютным. В нашем доме теперь есть место для просторных и светлых кабинетов. В 33-й гимназии появился пристрой. Новый корпус вот-вот откроют в 25-й школе. Мы продолжаем строить 40-ю школу и пристрой для 49-й. Большая стройка в этом году начнется и на улице Автотранспортная. Проект «Современная школа» помогает нам создать 2541 новое учебное место. Каждый ребенок талантлив от природы. Наша задача – разглядеть в детях будущих великих артистов, блестящих инженеров, гениальных конструкторов. Мы подали на конкурс 219 программ дополнительного образования. Будем продвигать их в национальный проект «Успех каждого ребенка». С помощью этих программ мы планируем развить таланты еще 12 тысяч маленьких горожан. Уже сейчас мы прививаем им хороший вкус. Профессиональные музыкальные инструменты помогут развить тонкий слух и беглость пальцев. Кто знает, может, мы растим нового Моцарта? В школу мы ходим уже второй год, и мой ребенок очень рад тому, что мы сюда попали, потому что чувствуется успех, хорошие преподаватели, хорошая база, и, соответственно, вот очень нам радостно и лестно, что покупаются новые инструменты. Мне нравится то, что я попала в эту школу. Мне очень интересно заниматься музыкой. И очень приятно то, что школа приобрела новый инструмент. Он очень хорошо и глубоко играет. Талантам нужен простор, а значит, нужны новые классы, лаборатории и творческие студии. Будем строить или выкупать здания и создавать в них центры детского творчества. Но для начала ребятишки должны попасть в садик. 10 новых зданий для детских садов мы выкупили в прошлом году. Сегодня они уже наполняются веселыми детскими голосами. Еще 7 садов мы построим и выкупим в 2020 и 2021 году. У нас впереди много работы. Вместе с вами мы превратим наш Улан-Удэ в просторный, чистый, светлый и уютный дом. И в нашем доме обязательно будет место для каждого.